улица Лермонтова, 73, Каменск-Уральский. Друзья, всем привет! И скорее едем смотреть новинки на полочках этого магазина. Выпуск будет интересным, досмотрите его до конца. И с вами я, Вера. Ваши лайки будут мне поддержкой. Подпишитесь на канал. И я желаю всем приятного просмотра. В этом светофоре есть овальная форма для запекания «Маринекс». Очень тяжелая по весу, жаропрочное толстое стекло. Объем 3,2 литра. Размеры 35 на 25. Высота 6,6 сантиметров. Цена 265 рублей. Посмотрите, какая красивая тарелочка десертная, диаметр 19 сантиметров. В комплекте еще салатник, диаметр 11 сантиметров, и кружка 200 миллилитров. Широкое устойчивое дно. Этот набор называется «Для завтрака». Есть еще вот с таким рисунком. Милый жираф с большими глазами. Продается набор вот в такой красивой подарочно оформленной коробке. Цена набора – 191 рубль. Сковорода «Гардарика» с антипригарным покрытием. Диаметр 24 сантиметра. Толщина стенок 3,5 мм, а толщина дна 4 мм. За счет этого очень равномерно прогревается содержимое сковороды. Я пользуюсь такой уже больше полгода. Есть видео на канале, смотрите, кто заинтересуется. Сковорода напоминает мне немного чугунную. Цена бюджетная – 540 рублей. Россия. Очень всем рекомендую. Для садоводов-огородников навес «Защитник». Состоит из сетки на дугах. Сетка из полипропилена размером 2 на 5 метров. Такой навес защитит вашу грядку от птиц и насекомых, в том числе капусту, землянику и клубнику. Дуги стеклопластиковые, особо прочные, в количестве 3 штук. Диаметр 4 мм, длиной 2 метра. Размер ячейки не указан, примерно 0,8 на 0,8 сантиметра. Цена 224 рубля. Лейка на 10 литров. Продажа темно-зеленого и нежно-салатового цвета. Очень удобная, двумя ручками. Широкая ручка вверху и поменьше сбоку. Такую лейку удобно наполнять водой из бочки. Легко ее вытаскивать и затем поливать грядки. Я такую себе сейчас обязательно куплю. Производство «Россия». Цена 133 рубля. Перчатки ХБ «Эконом». С ПВХ точка, 10 класс. В упаковке 5 пар. Цвет серый. Цена 39 рублей. Произведено город Екатеринбург. Чистящий универсальный крем. За что он мне нравится? Чистит до блеска и не царапает. Хорошо удаляет пригоревший жир на варочной поверхности. В ванной комнате удаляет известковый налет на сантехнике. Отзывы хорошие у многих. Объем 500 мл, цена 36 рублей. Мистер Дес – отбеливатель и пятновыводитель. Экологически чистый продукт без хлора и с активным кислородом. Бережно отбеливает все виды тканей без кипячения. Упаковка достаточно большая – 800 грамм, цена 50 рублей. Рядом в продаже еще одно средство для отбеливания и удаления пятен. На этот раз гель для белого белья. Он комплексного действия, чистит и дезинфицирует. Производитель также рекомендует использовать гель для чистки эмалированной и фаянсовой посуды, кафельной плитки и мытья с дезинфекцией туалетов для домашних животных. 750 мл по цене 48 рублей. Гель для стирки «Сорти Колор». Объем 3 литра. Заменяет порошок и кондиционер. Эффективно борется с загрязнениями. Отлично выполаскивается. Ватные палочки Акьюэлла. 100% хлопок. Палочки в полиэтиленовой прозрачной упаковке. 500 штук по цене 43 рубля. Смягчающий шампунь для волос Сунсилк. Этот шампунь с маслом органы и экстрактом камелии делает волосы мягкими, гладкими и послушными. 320 мл объем. По цене 90 рублей. Детские трусики-подгузники Лори Джамбо. Рассчитаны на вес ребенка от 9 до 14 килограмм. Отзывы о подгузниках неплохие. В упаковке 43 штуки по цене 367 рублей. Подгузники для взрослых Айди Слип. Многоуровневый дышащий слой, защита от протекания. Имеется эластичный пояс. Размер L. В упаковке 30 штук.
Цена 741 рубль. Серая туалетная бумага, эконом, санитарно-гигиеническая. В упаковке 8 рулонов. Длина одного рулона 35 метров. Цена 39 рублей. Сапоги мужские из ЭВА. Сапоги утепленные. У всех сапог внутри вставка чулок. Не пропускает влагу, отлично сохраняет тепло. Внешне, конечно, выглядят громоздкими и неуклюжими, но зато ваши ноги будут сухими и теплыми. Размеры от 40 до 46. Цена 438 рублей. Рядом женские демисезонные ботильоны, также из ЭВА. Цвет есть и черный, и вот такой темно-синий. Ботильоны подойдут в качестве сменной обуви на дачном участке или в деревне. Размеры разные, по цене 234 рубля. Поднос с вкладышем-сушилкой «Колос». Мне он понравился, и я таким пользуюсь. Смотрите мое видео о покупках. Удобно сушить большого размера посуду, кастрюли, банки и тому подобное. Поддон можно использовать в качестве подноса. Цена 129 рублей. Кувшин «Аквафор» для очистки воды. Выглядит привлекательно. Удобная обтекаемая ручка. Крышка у кувшина легко снимается. В комплект к кувшину входит сменный фильтр для очистки. Объем 2,8 литра. Цена 179 рублей. Можно отдельно приобрести сменный фильтр для воды в кувшину «Аквафор». Такой фильтр удаляет из воды органические и химические соединения. Цена 79 рублей. Недорогой однорычажный смеситель для кухонной мойки. Гибкий поворотный высокий злив. Для экономии воды у смесителя два режима аэратора и керамический картридж. Внешнее изделие выглядит довольно прилично. Будем надеяться на хорошее качество. Если кто-то приобретал, отзовитесь, пожалуйста. Цена 640 рублей. Китай. Отвертка с набором бит и головок. Отвертка реверсивная под мелкие головки. В наборе также имеется свечной ключ. Все уложено в коробочку, в ней биты сидят на своих местах. На обороте перечень входящих в набор предметов. В прошлом году муж купил такой набор, он ему понравился. Говорит, что для домашнего использования в самый раз. Цена 300 рублей. Очень интересная игрушка для мальчиков – авторобот полиции. Трансформируется из авто в полицейского со звуком и светом. Цена 273 рубля. Пазлы топ-пуззи. 500 элементов. Посмотрите, сколько разных картинок, которые можно собрать. Игра с пазлами развивает мышление и моторику детских ручек. Прививает усидчивость. Всего 70 рублей. За 500 элементов это очень хорошая цена. Магнитный обучающий набор «Магнетикус». В набор входит игровое поле с разлиновкой. На нем можно выкладывать слова. Этот набор для изучения цифр и составления арифметических примеров. 220 игровых магнитных элементов. Все элементы, а также сами игровые поля разноцветные и очень привлекательные. В коробочку вложены листочки с примерами и образцами. Цена 193 рубля. Полосатый рейс. Шоколадно-молочная паста «Мультимикс». Мы покупали, неплохая паста. Вкус вполне нормальный, сладкая в меру. Неприторная. 750 мл. Цена 105 рублей. Сладкие кукурузные палочки. Палочки достаточно крупного размера. На мой взгляд, считаю, что они гораздо полезнее всяких чипсов. Мы и сами ими иногда любим лакомиться. 500 грамм хватит на всю семью. Цена 49 рублей. Новинка. Появились в продаже мюсли торговой марки «Ого». Это мюсли, запеченные с яблоком и грушей. И мюсли, запеченные с цукатами ананаса и бананом. Смотрите информацию на упаковке. Мюсли без пальмового масла, без консервантов и красителей. 500 граммов вес, 77 рублей цена. «Бикланч» – быстрый перекус. Лапша с говядиной, грибами и зеленью. Мы недавно пробовали. Вкусно, понравилось. В чашке 90 грамм, цена 20 рублей. Давно не было в продаже, и вот появилась мука Шадринского комбината хлебопродуктов. Мука пшеничная, хлебопекарная, высшего сорта, ГОСТовская. Расфасована по 10 килограмм,
Цена 269 рублей. Миндаль. Сушеные ядра миндаля сладкого. Торговая марка изготовителя – Балтийские продукты. Орехи выглядят неплохо. 500 грамм в упаковке. Цена 376 рублей. Ассорти «Экзотик премиум». В составе кумкват, курага, изюм, киви, кешью и вишня. Упаковка прозрачная, можно сразу оценить качество визуально. 400 грамм по цене 162 рубля. Деликатес «Минский продукт» из свинины, мякотный, из грудно-реберной части, варено-копченый в вакуумной упаковке. Цена 290 рублей. Производство «Республика Белоруссия». Сосиски молочные, изготовлены по ГОСТу. Мясо категории «Б». Из такого мяса сосиски должны быть неплохими. Расфасованы по 1 килограмму. Цена 189 рублей. Сырокопченая, полусухая колбаса «Особая». Мясо категории «Б». Упаковано под вакуумом. Весовая. Цена за 1 килограмм – 225 рублей. Молоко цельное, сгущенное, без заменителя молочного жира. Молоко стерилизованное. ГОСТ. Жирность 7,5%. Вес 300 грамм. По цене 43 рубля. Пресервы иваси специального посола. Пресервы из крупной полупотрошенной тушки. Вес 580 грамм. По цене 148 рублей. Морской коктейль в масле «Сокровище океана». Этот супермикс состоит из кальмаров, мидий и щупалец кальмаров. Вес 450 грамм по цене 167 рублей. Икра тресковых рыб в стеклянной баночке 180 грамм. Цена 62 рубля. Мы такую икру брали уже несколько раз. Могу и вам порекомендовать. На кусочек хлеба в обед, как закуску. Попробуйте. Чай черный байховый Сунти Хиллс в пакетиках для разовой заварки. В коробке 100 пакетиков. Изготовитель Титрейд, Россия. Цена 71 рубль. На этом видео пора заканчивать. Если это видео было вам интересно, а также полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я желаю вам отменного здоровья и качественных и нужных покупок. С вами была Вера Ларина. До новых видео! Пока-пока!